ансамблей участников 6-го международного хорового фестиваля конкурса «Виват мальчишки» имени Софии Павловны Оськиной. Я приглашаю на сцену хор мальчиков «Созвездие» средней общеобразовательной школы номер 10, город Екатеринбург. Хор существует с августа 2010 года, базируется в средней общеобразовательной школе номер 10 с углубленным изучением отдельных предметов. В коллективе занимаются мальчики 4-13 лет. Большую работу по становлению и развитию голосов ведет педагог по вокалу Ворошнин Владимир Алексеевич. В репертуаре хора представлены различные жанрово-стилевые направления хоровой музыки, произведения различных эпох, от канта до современной стилистики 21 века. Достойное место в концертных программах занимает произведение военно-патриотической тематики, отражающие важнейшие этапы истории России, воспитывающие уважение к памяти предков и любовь к родине. Насыщенная концертная жизнь хора проходит на концертных площадках города Екатеринбурга и за его пределами. Хор мальчиков в «Созвездие» является лауреатом международных и всероссийских конкурсов в Петрозаводске, Екатеринбурге, Бресте, Венгрии, Ижевске и Чехии. Художественный руководитель, заслуженный работник культуры Российской Федерации Сергей Николаевич Кисеев. Концертмейстер, лауреат всероссийских и международных конкурсов Анна Юрьевна Яковлева. Франческо Пауло Тости. Аве Мария. Хотим показать, как у нас
Иногда, что у нас происходит на репетиции? Thank you.
Калинников, «Журавель». Центр культуры «Зеленоград», город Зеленоград, Москва.